В ходе проведения обыска в гаражных боксах, арендованных подозреваемым, сотрудники полиции обнаружили и изъяли 3 похищенных автомобиля. В настоящее время установлено, что злоумышленник специализировался в основном на кражах автомобилей корейского производства. Молодой человек приобрел специальное оборудование, при помощи которого перехватывал сигнал охранного устройства, после чего похищал транспортные средства. Похищенные автомобили он разбирал в заранее арендованных помещениях и продавал по всей территории России, находя покупателей в социальных сетях. Следственными органами установлена причастность подозреваемого к хищению 16 транспортных средств. По всем установленным фактам возбуждены уголовные дела. В отношении мужчины судом избрано мера пресечения в виде заключения под стражу.